Прорвало канализацию, а вместе с ней и чиновников. Накануне Совета Безопасности на улице Борсоева произошла незначительная коммунальная авария. Выяснять причину случившегося приехало несколько высокопоставленных чинов мэрии, а также наш корреспондент. Однако сотрудники администрации были не рады съемочной группе АТВ, отказывались отвечать на вопросы и откровенно грубили. Смердящий запах и небольшая пробоина посередине дороги. Возможно, в другой день никто бы из чиновников не обратил на это своего внимания. Но только не накануне Совета Безопасности. Ведь через улицу Борсоева пролегает путь сотни высокопоставленных гостей. Мы постарались выяснить у прибывшего на место аварии Константина Машковского, что произошло. Диалог с председателем комитета городского хозяйства, мягко говоря, не сложился. Ну проще надо быть, здесь же ситуация-то такая аварийная, такая, понимаешь? Ну да, аварийная. Ты сейчас начинаешь канал ТВ, там, то все, ты, что ты пальцы-то передо мной гнешь? Я не гну пальцы, я вас нормально спрашиваю, вы мне ответили, что вы сам не видишь. Во-первых, на ты. А во-вторых... Что, ты мне представился, что ли, или что? Почему я с тобой на вы? Ну, тем более, что я вам не представился. Можешь спокойно. Вы мне тоже не представились, но я к вам на вы обратился, а не на ты. Ну, ты, во-первых, подъехал как частное лицо, да, да. Всяких таких прибамбасов. То есть, а частное лицо, рядовой житель, он не может узнать, что случилось у представителя мэрии. Я говорю, ты сам не видишь, что ли? Я вижу, что провалилось. Но... Хотел получить чуть больше информации. То есть, насколько это опасно? Ты же сейчас не врубишь. Не перекроют ли завтра не дорогу? Врубишь, журналист. Я не знаю, насколько это опасно. Почему не врубишь? Ты же видишь. Выяснить причину возникновения пробоины, а заодно и приезда чиновников, нам все же удалось. Хотя и не из уст председателя, а от рабочих байкальских коммунальных систем, которые под чутким руководством сотрудников мэрии устраняли аварию. Провала не было, просто предположили. Предположили, что провал. До страховки просто вскрыли, посмотрели. Еще будете вскрывать? Нет, все уже. А когда будут дырку заделывать? Сейчас. А прямо все, сейчас? Ночью. Возьми утром, уже все будет. А. Что случилось-то все-таки? Не расскажете? Канализация лопнула, да еще. Канализация? Это вот антаран, она маленькая, лопнула и просел асфальт. А вот когда будут ремонтировать? Прямо сейчас. На этот раз чиновники сдержали свое слово. От ямы ничего не осталось. Лишь некоторые следы от работы дорожников напоминают о случившемся. Вот только такая оперативность госслужащих вряд ли вызвана заботой о горожанах. Скорее, это желание не ударить в грязь лицом перед гостями и не получить под шапки от вышестоящего руководства. Светлана Шакунова, Александр Иванчиков, Евгений Козлов. Первое альтернативное.